Уральского базара. Да. Невероятный, неподражаемый, потрясающий. Такой единственный он есть. Он просил просто его представить. Скажи просто, суперзвезда Сергей Зверев. Вдруг негаданно, нежданно, не до встречи. Волосы каштановые. У меня просто две песни, поэтому два чемодана, два кофра, четыре сумки, две коробки, ну немного на этот раз. И любовь каштановая с неба на меня упала. Подумал, думаю, ну чтобы ничего лишнего не брать. Не дай бог. Ну а зачем вот раздражать людей? Вот я бы одел бы сейчас все кольца вот сюда, это же как бесит. Я одел там от Порчи и от глаза Шанель. Вот «Медузу» отдел «Версачи», думаю, так уж, чтобы совсем не сглазили. Спасибо огромное моей музе Али Борисовне. Пою теперь для вас, звезда в шоке. Витебск, я люблю вас! Ты молодые креативные ребята, мы придумали вот эту тройку костюм для песни «Ради тебя» с красной фатой. Вот я сегодня буду. Ради тебя провожать поезда навсегда. Сергей, один вопрос. Всю жизнь мечтала получить консультацию от лучшего стилиста в мире. Можете мне оценить мой внешний вид? Внешний вид. Удобные туфли? Удобные. Правда? Вот мне кажется, они немножко бы вам было бы хорошо бы на платформе. Когда бегаешь за артистками, они достали так, и пальцы по полу, а так вот чуть-чуть бы вот прибрать. Ну а вот кофточка мне понравилась ваша, очень даже, шортики очень, ну и все остальное хорошо у вас. Очень красивый. Я издалека смотрела еще оттуда, когда шла, и прямо восторгалась. Очень красивый свисток, очень помада красивая. Спасибо. Павел работал здесь свадьбы, дни рождения, похороны, там разные крестины. Я все работал, отработал. То есть ничего, что сзади немножко порвали так. Сзади любят рвать фанатки. Чего-то дорвались до моих трусов. Ну, не знаю. Так я еле вырвался. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.